Мы собрались и сейчас идем на ужин. Ярослава Селена выбирала тут еды, макароны с сосиской, супчик, тортик, еще какая-то вот закуска с крабовыми палочками и десерт с вишней. Не знаю, какой он на вкус, конечно, будет. Экзотические блюда Ярослава не захотела, поэтому будет кушать суп и макароны. Здесь очень много еды. И мы растерялись. А ты перед супом вишню будешь кушать? Да? Сначала нужно суп поесть, а потом уже десерт. Вкусная вишня? Вкусная. Ты меч себе забрала? Ну, пробуй. Крабовая палочка обычная, да? Обычная не такая, как у нас. Не такая? Она просто обычная такая. У нас вкуснее? Или здесь вкуснее? У нас вкуснее, а здесь не вкуснее. А суп попробуй. Он может быть горячим, аккуратно. Ну такое, да? Ну кушать можно. Что-то тебе ничего не нравится. Выбирала, а теперь не хочешь. Давайте, кушайте с малышкой, а потом пойдем погуляем. Может быть, что-то интересное вечером будет. Ребята, мы уже с малышкой покушали, а теперь идем на детскую дискотеку. Идем! Идем! Aus Deutschland. Immer. Applaus bitte für Emma. Oh, das ist super. Hallo. Hallo. Wie geht's? Как дела? Хорошо, я тоже могу говорить по-русски. Иди сюда, ко мне меня чуть-чуть поближе. Манаси, как тебя зовут? Ярослава. Ярослава, еще громче, пожалуйста. Я хочу, все будут послышать тебя. Еще раз, как тебя зовут? Ярослава, молодец, Ярослава, откуда ты? Из Украины. Из Украины. Аплодисменты, аплодисменты. Ярослава, молодец. Мерхаба. Кир, кир. Мерхаба. Like every day. Окей. Исминне. My name is Nilay. Nilay. Аплодис, плюс for Nilay. Thank you. Лишь бокал моря. Сальный гад. Hello. Wie geht's? Gut. Wie heißt du? Charlie. Charlie, woher kommst du? Aus Magdeburg. Weiß nicht, wo ist das, aber das ist gut, das ist die Stadt. Ich denke, super. Bitte, einen starken Applaus. Big Balkönchen, super. Aha, meine Katastrophenfreundin hier. Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Schatzmause? Gut. Wie heißt du? Nochmal sagt du alle Publikum. Lea, Applaus bitte für Lea, Schatzin. Ярослава расстроилась, потому что мы опоздали на мини-диско. Мы ходили, искали и опоздали. Но зато теперь мы идем в детский клуб. Ой, смотри, как здесь классно. Можно порисовать за столиком, поиграться, смотри, сколько шариков. Покатаетесь с малышкой? Это игрушки какие-то здесь. А за этим столом можно пазлы собирать. Будем собирать пазлы? Или пойдем везде посмотрим, что здесь есть? Пойдем.
Еще одна комната. Можно здесь мультфильм посмотреть, поиграть. Смотри, сколько игрушек. Это рисунки, детки рисуют. Приходят сюда и рисуют. Поделки, смотри, какие делают. Петушков. А это можно поготовить. Это же кухня, видишь? Фартух одеть можно даже. Одеть тебе, будешь готовить? Много игрушек здесь. Целая корзинка резиновых игрушек. Что это? Такая собачка, как у нас. Как у нашей Барби, да. Это та собачка, которую можно покрасить. Смотри, какие разносы. С чашечками, с чайничками. Деревянные есть игрушки, паровозики всякие. Мама, можно разбирать человека. Где? Там. Можно, да. Тебе достать? Нужно изучить строение организма у человека. Что это такое, ты знаешь? Легкие. Легкие, правильно. А это что? Мозг. Нет, это не мозг, Ярослава. Мозг в голове. Вот здесь. И тут мозг. Там спина. Спинной мозг, да, в спине есть. А куда вы это, значит, ножичек? Вот сюда. И печень есть. Вообще, как интересно. Закрывай. Ярослава одела фартух и сейчас будет что-то готовить. Ты малышке будешь готовить? Нет, нет. Мне? А малышка вот сидит на стуле, ждет чего-нибудь вкусненького. Все неправильно положила. Ты расскажешь мне, что ты будешь делать? Что будешь готовить? Закрыли печь. Это мойка, можно помыть посуду, здесь руки. Ой, смотри, Ярослава, и специи даже есть. Перец, соль, сахар. Печь включается. Духовка открывается. Ой, какая красота! Что ты будешь делать? Пиццу? Раскатывай тесто, чтобы тоненькое было. Получилось тесто у тебя? Получилось. Это начинка в пиццу? С чем она будет? С лучком. А еще с чем? С морковочкой. Я посмотрю, как ты ее украшаешь. Что там, Ярослава, мультфильм интересный? А ты понимаешь, о чем говорят в мультфильме, нет? Какой-то мультфильм идет по телевизору. Ну что там, доготовила уже пиццу? Будем ставить ее в духовку? Почти. Пока нет. Это еще долго будет, надо 3 часа ждать. Вот столько часов ты будешь готовить пиццу, да и тесто засохнет за это время. Нужно быстрее.
А, так это даже волшебная будет пицца. Это только тесто волшебное, а птица, пицца не будет волшебной. Ну, Катюша, накушаешься ты сегодня волшебного теста. Ну ладно, готов тогда, мы подождем. Кладем в сковороду. Нужно еще добавить соль. Я беру сковороду, а на сковороду я, значит, курицу кладу. Понятно. А ты соль добавила? Посолила ее, пиццу? Ну вот приправы. И кетчуп даже здесь есть, и майонез. Добавляй. Одевай рукавичку и ставь в духовку. Чтобы не обожглась. Включила? Сколько нужно ждать теперь? Что, 3 часа или 30 минут? 3 часа. Ого, долго. Наверное, все-таки 30 минут, я думаю. Полчасика хватит. За 3 часа она сгорит. Пока готовится пицца, давай чай попьем. Где? А вон кружечки есть, чайничек. Хорошо. Давай я присяду, а ты мне подашь чай. Мы с Катюшей будем пить. Хотим чай, хотим чай. Налейте нам чай, пожалуйста. Мы очень пить хотим. Все, можно? Спасибо. Сейчас мы с Катюшей попьем чай и чем-нибудь займемся. Что ты там нашла? Смотри, Ярослав, это же кубики с Дженга-бум. Видишь, на них написано Дженга. Что ты будешь делать? Строить что-то? Я, может, закрываю. Ну, закрывай. Посмотрели, что там есть. А так, получается, столик обычный. А теперь я хочу, чтобы ты покатала меня на лошадке. На лошадке хочу кататься. Какая красивая лошадка. Ручки повыше ей подними, она будет держаться ручками. Вот, отлично. Что там? Малыша показывают маленького. Катюша будет смотреть мультфильм и кататься на лошадке. Ничего себе, и поет, и сигналит. У-у-у.
это автомобиль. Ярослава вышивает на автомобиле. Ух ты, вот это да, прям как настоящий. А этот просто пищит. Что там, время уже подошло, да? Ну доставай, Петю. Одна рукавичка только. Ты же одной рукой будешь доставать. Будешь сразу Катюшу кормить, да? Ну давай ей попробовать. Да? Мультик про Юка. А ну, Катюша, попробуй. Вкусная пицца у Ярослава. Ты нарезаешь пиццу кусочками? Все, наелась? Да. Ну что, вы будете теперь мультики смотреть? Да? Нет, я играть. Ну, смотреть мультики, играть с девочкой будешь. Ну, говорите тогда всем пока с Катюшей и играйте.